Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Меридиональная волна тепла быстро перемешивается в глубине Сибири с окружающим морозным воздухом и теряется без поддержки циклонов. Теперь о погоде более подробно. 25 декабря в Новосибирске ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Нас ожидает похолодание. В ночные часы 14-16 градусов ниже 0, в дневное время минус 8-10. В последующие двое суток синоптики прогнозируют осадки в виде снега. 26 декабря ночью минус 11-13, днем ожидается минус 7-9 градусов. 27-го за окном в темное время суток от 10 до 12 градусов ниже 0, в дневное время температура составит минус 5-7. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь и желаю удачного дня!